кто не горит, тот коптит. 20 лет назад эти слова стали девизом танцевального коллектива «Палитра», и по сей день они помогают ему брать любые творческие вершины. Сегодня это один из самых титулованных ансамблей на Ямале. В его копилке сотни побед на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. К званию «образцовый» в прошлом году добавился статус «губернаторский». Не мудрено, что любой концерт с участием «Палитры» всегда собирает полный зал. На их весенние отчетники билеты раскупаются за несколько месяцев вперед. В этот раз было организовано 2 выступления, и оба прошли с аншлагом. Но, наверное, самые горячие аплодисменты юным танцорам подарила почетная гостья юбилейного торжества, основатель «Палитры» Любовь Сокаль. Сюжет Ирины Волокитиной. Горячие аплодисменты и бурные эмоции зрителей сопровождают каждое выступление палитровцев, будь то сольное выступление или массовая постановка, народный танец или современная композиция. Каждый номер находит отклик в сердце даже самого сдержанного зрителя. Происходит ли это на небольшой сцене заполярного городка или в огромном концертном зале где-нибудь на международном фестивале? Я приглашаю на сцену создателя коллектива, творца побед палитры, ангела-хранителя этих ребят, заслуженного работника культуры Волынинского автономного округа, заслуженного работника культуры Российской Федерации, Любовь Сокаль. 20 лет назад Любовь Сокаль впервые поднялась на эту сцену. Тогда ее имя мало кому и о чем говорило. На то, чтобы изменить ситуацию времени, потребовалось немного. Она сразу же собрала свою палитру, и уже через 2 года детский танцевальный ансамбль получил звание образцового. С тех пор покоренные ими творческие вершины только росли. Своего девиза «Кто не горит, тот коптит» не забывали ни балетмейстеры, ни дети. Вас называют волшебником. Истинное свойство волшебства, в чем оно заключается? На этот вопрос можно по-разному ответить. А мне кажется, что этот секрет в человеколюбии, в искренней преданности своему делу, в призвании, в искренней преданности своей профессии. Оставайтесь для нас по-прежнему таким же неизменным волшебником, человеком, которого мы очень-очень любим. Казалось, в любви ей сегодня признается весь мир. Ей дарили цветы и подарки, почетные гости, коллеги по творческому цеху, простые зрители и, конечно, воспитанники, среди которых бывших не бывает. Палитровец – это на всю жизнь. Видеоприветы летели в буквальном смысле со всего мира, а те, кто сумел приехать в родной город, не побоялись вспомнить былое и вновь вышли на сцену. Незабываемо. Это просто в истории осталось навсегда. Есть 2 школы воспитания. Школа родителей и школа палитры. И каждая вкладывает в тебе конкретный костяк. Родители изначально в тебя вкладывают, кем надо быть, кем они хотят тебя видеть. А палитра вкладывает в тебе определенную закалку, определенный стержень в тебе дает, определенные качества лидера в тебе воспитывает. Вы воспитываете настоящих мужчин, настоящих леди, из которых в любом случае не получается плохой человек. Я хочу сказать спасибо вам за это. Палитра – это не просто танцевальный коллектив и, наверное, никогда им не была. Это целое движение, которое дает детям установку на успех. Здесь учат трудиться, забывая об усталости, не обращая внимания на боль, не думая о возможных неудачах. И эти традиции, когда-то заложенные Любовью Сокаль, продолжают жить и давать свои результаты. Сегодня ансамбль вновь подтвердил звание и образцового, и губернаторского. Первый раз за 20 лет я сидела в зале. Я в диком восторге, очень эмоционально зарядилась. И приехала я сразу 18 числа на генеральную репетицию, проплакала всю репетицию. Ребята работали в полную ногу. Вчера концерт отработали в полную ногу, а сегодня в полных 2 ноги они отработали. Просто чудо. Я горжусь. Я просто горжусь своим коллективом. Он всегда будет мой. Те традиции, тот стиль жизни, который вы вселили здесь, будет еще очень много лет жить, творить и вести ансамбль к победе. 20 лет – это не срок, но вместе с тем за этот период коллектив воспитал много талантов. Коллектив получил
достаточное количество престижных премий и грантов. И я уверена, что это только начало, ребята, вашего творческого пути. Губернаторский образцовый танцевальный коллектив «Палитра» сегодня известен далеко за пределами не только Ямала, но и России. Но все же сильнее и преданнее всего их любят именно лабытнанцы. Ведь для города семилиственниц это один из главных предметов гордости. «Палитра» – это наша общая история успеха длиною 20 лет. Отлично. Прям 100 баллов. Слов просто нет слов. Все очень замечательно, великолепно. И как бы 20-летний юбилей, это очень красиво. Ой, я вообще в шоке. На одном дыхании. Очень понравилось. Ну, всегда, каждый год. Ну, с удовольствием я прихожу. У меня здесь внук. С удовольствием. Красота такая. Просто на одном дыхании. Полную телеверсию юбилейного отчетного концерта губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра» «Пламя жизни» смотрите в эфире лабытнанского телевидения в ближайшую субботу, 27 мая в 20:30. Ирина Волокитина, Алексей Урженко, Кирилл Сементьев, Григорий Волков. Программа «Время местное».